товарищи, майор милиции в прошлом, да? И самая сексуальная медсестра! Правда? В мокасинах. Ну, а что? Ну, а что поделаешь? Работы много! Работы много! Депиляцию сейчас делать будем? В виде конкурса? Может, в виде конкурса, но это будет жестко, поверьте. Когда можно украсть всех гостей. Давайте познакомимся с нашими ребятами. Здравствуйте, милая, дорогая медсестра. Как зовут вас? Светлана. Светлана. Светлана, а вы врач кого, чего? Что вы лечите вообще? Мамолог. Вау! Ну, в принципе, мы уже догадались, а с вами все понятно. Вы майор полиции, по ходу дела сняли очки с терминатора, да? Уж не знаю. Ну, можно нам, пожалуйста, стульчик? Можно стульчик нам, да? За первый туфель мы сделаем такой очень... Вау! Видите, как вас любят, да? Один туфель. Один туфель, один стульчик. Присаживайтесь, товарищ майор. За один туфель мы вам покажем, как наша медсестра лечит всех. Да, да, медсестра лечит. Представьте, пожалуйста, что наш товарищ майор, а вы пациентом тоже будете. Мы сейчас на товарища майоре покажем, а потом с вас гостей тоже, естественно, возьмем пару человек, которые испытают на себе волшебное, волшебное излечение от прекрасной Светланы. Реклама, реклама, да, уже? Так вот, товарищ майор, наш товарищ майор, как зовут вас? Анатолий. Анатолий. При исполнении своих служебных обязанностей получил травму в районе жезла. Пришел он к нашей Светлане, обратился к ней и сказал: как же все болит. Как же все болит. Конечно же, Светлана могла поставить ему в то место и укольчик, или сделать что-нибудь в другом стиле. Но она просто-напросто прыгнула к нему на это место, убрав жезл и начала танцевать. Присаживайтесь. Да, вы же хотели быть пациентом Светланы, а Светлана лечит только так. Поэтому, Светик, лечи. Возвращались, хотели сделать что-то новое, но мы предлагаем просто выпить за то, чтобы вернули вторую туфель невесты. А делать это следующим образом. Товарищ майор, вы же метко стреляете? Метко. А вы метко наливаете? Уверены? Хорошо, тогда вставляйте эту бутылочку между своих ног так, чтобы бутылочка стояла. Без помощи рук, особенно третьих лиц, так сказать, между ног
Нужно сделать все профессионально и без рук. Представляете, этот богачик между своих ног. А вы сейчас, Светлана, с удовольствием, очень медленно должны выпить за второй туфель невесты.